Да, друзья, сегодня получаем партию мулов. Пришло раз-два еще за воротами, там машина. Производство Минск, 22-й год. Сделана лесная защита, защита стекол, каркас, защита радиатора, защита фонарей. Будем на этой неделе устанавливать лебедки и отвал толкателя, доукомплектовывать эти машины. Часть машин оплачена уже клиентами. Финансирование лизинговой компании Рессо Лизинг. Да, готовим сгружать следующий трактор. Мул 82.2. 81 лошадиная сила. Белорусская сборка. Производитель Мозырский машиностроительный завод. Данные трактора будем дооснащать лебедками, толкателями. Кстати, клиент выбрал разные лебедки. Будем снимать обзоры. Лебедка 4,5 тонны будет установлена, и лебедка 5,5 тонн. На тракторе установлена лесная резина, усиленная, ободы проварены проволокой. Пока выгрузили 2 единицы, показываю поближе, снимали неоднократно обзоры, как выглядит мул Мозырского машиностроительного завода. Мост с планетарно-цилиндрическими редукторами, защита снизу, лесная резина, вваренный пруток для усиливающий сам диск. Второй. Давайте покажу вам в тракторе, что из себя представляет zip-набор инструментов, есть он там или нет. Сейчас посмотрим. В этот раз повезло. Набор инструментов. Белорус. Так. Мешок Zip. Так, все под пломбами. Здесь мы ничего не трогаем, не открываем. Так, огнетушитель. Внешний вид. Ожидаем еще два трактора. И будем дооснащать оборудованием под клиентов. Все, всем хорошего дня. До новых эфиров. Пока.